Я вас категорически приветствую, и сегодня мы приготовим очередное блюдо грузинской кухни под названием чахокбили. Делать мы будем его из куриных ножек. Начинаем! Кладем куриные ножки в тазик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11 штук. Далее присаливаем кладем ложечку аджики. В Америке она называется закусон. Очень острая аджика. Смело кладу чайную ложку с горкой. И начинаем массировать наши куриные ножки. Все, готово. Отставляем в сторону. Ножки должны постоять минут 5. У меня одна большая луковица. Мелко режем ее. Я пока буду подготавливать все основные ингредиенты. Включаем сковородку. Растительное масло. Ждем, пока нагреется. Я пока порублю зелень отдельно. Здесь у меня пучок кинзы и укропа. Это на самый последний момент, когда уже блюдо будет готово, мы засыпем его этой смесью. В эту же смесь я сейчас раздавлю пару зубчиков чеснока. Лайфхак очередной. Чеснок у меня хранится, уже почищенный, в растительном масле. Так он не портится и не плесневеет. Раз. Два. И еще одну. Так, все, чесночок мы раздавили. Чуть-чуть пожамкали. Отставляем в сторону. Чеснок нам больше не понадобится. Что мы делаем дальше? Курицу, куриные ножки мы кладем в сковородку. И мы обжарим это до золотистой корочки. Просто со всех сторон до золотистой корочки. Нам не нужно, чтобы она была полностью готова. Ждем, я к вам вернусь через несколько минут, когда курица у нас поджарится. Я просто покажу процесс, как жарится курица.
Вот с одной стороны уже корочка появилась. Еще пару минут, и я буду ее снимать. Окей. Курица у нас зарумянилась. Мы ее вынимаем. Добавим еще немножко растительного масла. И отправляем лук. До золотистой корочки. Лопаточку. Начинаем обжаривать лук. Окей, следующий степ. К луку мы добавляем вот такую баночку стюд, это уже потушенного помидора. Здесь уже есть лук, bell peppers и celery. И еще одну баночку. Это просто diced, это порезанные там это, помидорки. Немножко другая. Пока специй никаких не добавляем. Я это дам потушиться минут 10. Потом я к вам вернусь. Ну что ж, настало время дать специи в наше блюдо. Какие сюда идут специи? Это голубой пожитник или уцхоцинели. Я дам так смело ложечку с горкой. Даже чуть-чуть побольше. Кашу маслом не испортишь. Соль. Уже сухой аджики немножко. Кориандр. Сухой базилик. Так, все перемешаем. Ой, какой запах! Уже можно кушать. Какая курица! Собака, не скули, тебе достанется. Скоро. Так, пивка для рывка. И это хорошо. Так. Все, отправляем нашу курицу обратно в сковородку. Некоторые вообще курицу эту смесь кладут в кастрюлю и так варят, буквально, не знаю, минут 20. Но я сделаю чуть-чуть по-другому. Все, мы отправили нашу курицу. И теперь она должна вот так потушиться на маленьком огне.
ну, скажем так, минут 25. Оставляю и не трогаю. 25 минут. Через 25 минут вернемся. Ну, собственно, и все. Сейчас я сфотографирую собачку. Наше блюдо готово. Собаки ждут свои дозы. Кипа. Сыт. Так, ну теперь посмотрим, что у нас здесь под крышкой. Кипит и чуть-чуть убираем огонек. И все. Теперь мы досыпаем все это нашей смесью травки с чесноком. Ну, как-то так. Закрываем крышкой и оставляем еще буквально на 5 минут. Еще меньше огонь сделаю сейчас. Ну, собственно, и все. Наше блюдо готово. Сейчас я быстренько подниму крышку. Это конечный результат. Закрываем крышку. Выключаем. И теперь самое главное – подождать минут 15, пока все пропитается и немножечко остынет. Увидимся и будем пробовать. Настало время попробовать, что у нас получилось. Сейчас я так вилочкой раздавлю. Курица прямо с кости слезает. Так. Ну как-то так. Так, с чем мы будем пробовать грузинское блюдо? Угадайте с трех раз. С японским виски. Называется Токи Сантори. За ваше здоровье. Очень вкусно. Так, ну что ж, посмотрим. Чхакбили. Оно и в Африке чхакбили. Кисленькое, острое. Специи все прямо вот как надо. Чувствуется уцкуцинели. Аджичка. Травка с чесноком. Ну все просто супер. Так что, как обычно, записывайте рецепт. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, если понравилось. И я увижу с вами в следующих видео. Всем пока!